из ключевых стратегий доступа к правосудию. Целым реформа милиции является увеличение участия представленности женщин во всех службах органов внутренних дел. Наше общество состоит из мужчин и женщин. То есть это значит, что полиция, если она хочет быть по-настоящему полиция для или милиция народная, тогда она должна точно так же состоять в этих же размерах из мужчин и женщин. Наши граждане более с пониманием относятся, когда общаются с милиционерами женщинами. Женщина, которая пострадала от насилия в семье, более комфортно общаться на эту тему с другой женщиной, которая будет ее понимать и которая сможет ее поддержать в этой сложной жизненной ситуации. Службах, расширенное участие женщин способствует повышению доверия к милиции, способствует прозрачности работы органов милиции. Женщины более активно участвуют вообще в жизни, и в политической, и в общественной, и в социальной жизни. Я, безусловно, согласна с точкой зрения, что в наших органах внутренних дел должно работать как можно больше женщин. И я еще поддерживаю идею, чтобы как можно больше девушек поступало в Академию МВД. Женщины, если они служат в милиции, они добавляют свой какой-то особый взгляд в процессе разработки каких-то программ по борьбе с преступностью, по профилактике правонарушений, потому что женщины могут увидеть то, чего не видят мужчины. Есть ряд таких ситуаций, когда, наверное, более, так сказать, чувствительным к ряду вопросов может оказаться женщина. Участие женщины в полиции повышает доверие, это же уже доказано в многих странах Европы. Когда женщины обращаются в органы милиции и встречают милиционера, мужчину, то им сложнее рассказать об их проблемах, о том, как нарушаются их права. Потому что женщины очень легко общаются с людьми, решают проблемы, решают конфликты. Это снижает напряженность на местном уровне, это создает доверие населения к органам внутренних дел. Также, если женщины работают побольше в службе милиции, это меняет рабочие культуры внутри системы. Это помогает с борьбой против коррупции. Есть очень много разных видов преступлений или событий, которые можно намного удачнее решить, если ими занимаются женщины. Во-первых, это все, что связано с несовершеннолетними. И второе, большую роль они играют в этих выездах расследований, которые связаны с домашним насилием. В ряде случаев удобнее разговаривать с женщиной полицейским. Даже не в ряде случаев, а, наверное, почти всегда, когда дело касается вопросов насилия или сексуальных домогательств и других вопросов, связанных с половыми различиями. Наши исследования показывают, что представленность женщин увеличит обращаемость населения к органам внутренних дел. Например, такие факты, как изнасилование, кража невест, как сексуальные домогательства, как насилие в семье. И все эти факты, они будут намного больше раскрываться, и сами жертвы будут намного больше говорить, более открыты будут, если представленность женщин в органах милиции будет значительно выше.